вечер добрый. Как настроение? Хорошее, боевое. Привет. Ну, отлично. Погодка сегодня потеплее. Ну да. Немножко. Ветер только разошелся. Да, будет небольшая волна, я думаю, как и в прошлое наше путешествие. Ну, там тихо будет. Там это, берега крутые. Понятно. Там не должно быть на океан. Будем надеяться. Мы поехали, очередная вылазка у нас сегодня будет на Аку. Подальше решили отъехать, пока еще не стал лед, надо пользоваться случаем. Вот нам Алексей сейчас, наверное, свое настроение. О чем ты думаешь, Алексей? Настроение такое сегодня, оторваться по полной, потому что завтра выходной, вернуться можно хоть утром, хоть под утро, хоть ночью. Дети успокоены, жена успокоена, ждет нас дома, во сне, правда. Вот. И есть желание сегодня как следует прям пройтись по охоте, потому что дальше непонятно, что будет с морозом, что будет с закраинами и всем остальным. Вот, а сегодня все складывается как раз так, что и морозов пока что нет, ну, особого, по крайней мере. Вот. И завтра опять-таки выходной, и команда собралась очень позитивная, очень, я бы это назвал, слаженная. И поэтому я думаю, у нас сегодня все получится, мы встретим и трофеи, и вкусных судаков. Вот. Надеемся очень на встречу с самами. Ну а там дальше как пойдет, впереди дорога, 80 км. Все сегодня, кстати, выспавшиеся практически, вот, потому что сегодня опять-таки выходной. Вот, мне, например, дети дали поспать, такое ощущение, что как будто знали, что я поеду на охоту. Поэтому движемся, надеюсь, когда приедем, не сильно устанем, вот, переоденемся и в путь. Отлично. Это вот привезли еще наших братьев подводных охотников. Здравствуйте, братья. Здравствуйте, здравствуйте. Они уже там все обморозили. Здравствуйте. Они уже туда говорят. Да и бедняться-то. 5 рублей километр, да? Твое? Знакомое ружье только мое. А плотвички? Плотвички таких у меня нету. Дмитрий, помахай ручкой. Не машется, да? Да, вот мы наконец, походу, закрыли лодочный сезон. Может быть. Может быть. Сейчас все, декабрь будет теплый, может. Да, еще заново пакет. А там я сейчас еще мотор расконсервирую назад. Есть пакет? Неожиданно получился очень групповой выезд. Огромная большая компания. Возглавил его Костянский Денис. Да, конечно. Да. Ну куда же без Дениса, это вообще никуда, да? Без Дениса никуда. Да. Денис, спасибо тебе, что собрал нас вообще. Да, спасибо. По хорошему поводу. Да. Лех, тебе спасибо, что собрал. Забрал нас. А то мы спасибо Саньку. Все, я не забирал. Я так с компанией. Да, вот тут Дениска еще. Всем привет. Двигатель вашей безопасности сегодня. Будем собираться. Конечно.
Mm-hmm.